посмотрите, пока до съемки не стечет все. Это прям делается, прям... Девушка, вам сегодня бесплатно. Только не прислали. Которых сейчас образ создал, он актуальный. Через месяц он будет уже может, не актуальный, или там, через 10 лет он может быть не актуальный. А может он будет уже там здесь столетие, да, допустим. Это зависит от у каждого образа своей жизни. Кто-то может жить год, кто-то может быть 10 лет, кто-то может 20 лет жить, да. Это зависит, наверное, больше от стиля, от сталинга, от классики образа. Вот сейчас мода, допустим, 15-го года, делать макияж без бровей, безбровный, осветлять его, да. Делать губы растушеванные. Okay. Но это мода в подиуме, но не мода в жизни. Мода в жизни – это веснушки, допустим. Модные будут веснушки, да, будут даже девочки рисовать себе. Я буду ждать, ну, в 2016 году, я надеюсь, что уже девочки будут себе рисовать веснушки, потому что это будет модно, это освежает лицо, это делает его более юным. Тело сама такая, которая с мейкапом смешивается, этот полосочки, получается растушевано. Ну, я, конечно, не очень могу говорить, извините. Вот, да, такого точно не было. Было разное. Нет, было, конечно, что-то примерно на это похоже один раз для конкурса. Но такой впервые креатив. Для нашего города немножко необычно. Ну, никто, наверное, все боятся так экспериментировать.